Итак, всем привет. Меня попросили протестировать бенчмарком Cinebench R15 от Maxon компьютер на базе сокета 1366, который я успешно вроде бы реанимировал, и все вроде бы тут прекрасно работает. В общем, давайте первый тест OpenGL, работа с графикой. Итак, наша производительность — это 4.8T, 2.4 ГГц, AMD, Radeon 270, выдал 66.12, я так понимаю, это FPS. Так, надо увеличить, так проще, чем рассказывать что-то. Получились вот такие у нас данные. Тут можно все добавить, и процессор, так, и расширить вот это все дело. Так, ну и что, 66.12 FPS, и теперь CPU замеряем. Итак, я специально не ускорял, чтобы, ну, представление иметь. Ну и как бы вот наша система. А, 384, пардон. Ну и вот данные, которые у нас в сумме получились. Я, честно говоря, не знаю, плохо это или хорошо. Но факт в том, что в принципе по
скорости вроде все тут чики-пуки. Интересно, повторить можно? Ну-ка, первый тест для прикола. 66,2 был. А, 66,12. И еще мы спидфан вот сюда вот подкрепим. Посмотрим, греется ли у нас что-нибудь. ГПУ 39 градусов, 40. Видюха холодная. 41. ЦПУ нагрелся, 18 градусов просто. ГПУ 42. Ну, тут как-то более... Слушайте, больше что ли стало? 63,72 теперь. Ну-ка, а теперь еще раз первый тест. Ой, то есть по ЦПУ. Проц прям сильно греется, 21 градус. Кора 0, кора 1, 46 и 40. Также 384. В итоге первый у нас как-то поменялся, причем видео не разогнано. Я ничего не разгоняю, хотя тут есть разгончик, бичмарк свой, асусовский. Ничего я тут не менял. В принципе, меня скорость вполне устраивает. У меня задача данной сборки совсем другая, не для игр, опять же. Я не знаю, ну, в комментариях, кто в курсе, плохо это или хорошо, и с чем это можно сравнить. Ну, и тут написано Xeon E5620, 2,4 ГГц, 4 ядра, 8 потоков, 64 разряд системы. Как-то так. В общем, вот такое вот маленькое видео по просьбе.